Передовой танк уничтожен! Потеряю! Передовой танк! Быстрее! Надо нейтрализовать этот танк! Где эти чертовы наводчики с их дымовыми шашками? Нам срочно нужна арт-поддержка! Попробуем обойти эту махину с фланга и обозначить цель для артиллерии! Сигнальные шашки есть? Хорошо! Быстрее! Пока нас тут не перебили, как куропаток! Oui, chef. Ordre en cours d'exécution. Oui, chef. Ordre en cours d'exécution. Паши! Получили привет от наших тушек! Теперь-то вы по-другому запляшете! Вперед! Добьем оставшихся! А вот и подкрепление! Да уж! В командовании вправду проблемы с резервами в последнее время! Что за болтовня, черт подери! Боши в городе усиливают натиск на третью роту! Нужно помочь им, пока их не смешали с грязью, а вы дурты поразевали! Выдвигаемся вперед! Слушаюсь, мой майор! Нашинкуем этих фрицев на колбаски! Продолжение следует...
Немецкие бронебойщики уничтожат наши танки один за одним, если мы их не ликвидируем! Thank you.
Тяну. Разберитесь с этим танком, пока он не натворил тут дела! De combat sur l'infanterie. Западные кварталы за нами.
Tire de couverture. Maintenant. D'exécution. À l'aide! À l'attaque! Thank you.
volonté. Feu à volonté. Feu à volonté. Attaque. D'exécution. Oui, chef. Entre en cours d'exécution. Oui, chef. А вот и тяжелая кавалерия! Тяжелый танковый взвод прибыл, мой лейтенант! Покажем этим бошам, где раки зимуют! Вас только за смертью посылать! А, шутки в сторону! Готовьте своих стальных коней! Скоро мы перейдем в наступление! Срочное донесение из штаба! Чё? Необходимо захватить переправу через реку Марна и установить плацдарм на другом берегу. Вы будете наступать под прикрытием огневого вала, так что занимайте позиции как можно скорее. Как только будете готовы, передавайте условный сигнал в штаб.
en cours d'exécution. Представление началось! Двинули вперед! Огневой вал передвинулся! Вперед! Нельзя отставать от артиллерийского прикрытия! D'exécution. Немецкие гаубицы не дают нам продвинуться! Их надо срочно ликвидировать! Shit.
cours d'exécution. Oui, chef. Krieg, mein Freund. So ist der Krieg. Kaiser!
cours d'exécution. Oui, chef. Oui, chef. Exécution. Немцы пытаются взорвать мост! Не дайте им это сделать! Отличная работа! Теперь надо пересечь реку и укрепиться на другом берегу!
entendons tes exécutions. Oui, chef. Oui, chef. Oui, chef. En cours d'exécution. Oui, chef. Oui, chef. Entre en cours d'exécution. Entre en cours d'exécution. Indécom! Oui, chef. Thank you.
Entre en cours d'exécution. Entre en cours d'exécution. Get ready!
Avance. Deutschland über alles! So ist der Krieg, mein Freund. So ist der Krieg. Chargez les baïonnettes. После отражения немецкого наступления 18 июля началось контрнаступление стран Антанты против ослабленной германской армии. В течение недели удалось вернуть потерянные позиции у реки Марны, после чего в августе началось масштабное наступление Антанты на всем фронте. К ноябрю была очищена почти вся Северная Франция и половина Бельгии, а 11 ноября в Компьене немцы приняли условия перемирия. Война на Западном фронте после многих лет боев и огромных потерь наконец-то закончилась.